Всем привет! Нахожусь в парке Дружба. А решил здесь погулять. Это у меня видео было и про парк Гагарина, и про парк Победы. Про парк Дружбы еще не было. Прям вдоль парка пойдем. Вид на церковь. О, горка. Лошадь, собака, все здесь. С горки катаются люди. Бесплатный, кстати. Все бесплатные остались в СССР. Лыжня. Так, хорошо, поем. Или как поем-то лучше? А думаю, чуть все-таки прямо поем. А вот этот повернем. Чтобы мы полюбовались остатками старого дома культуры. Которого так, к сожалению, не реставрировали. Ну а дальше каток, соответственно, прогулочная зона. Да, остались какие-то провода. Вот так вот он изнутри выглядит. Ну что, не сгонять ли нам к горкам, к американским, посмотреть, что от них осталось. Думаю, так и сделаем. Это по Гагарину неохота бродить мне. Ну ладно, значит, туда идем, к Дыбенко. Шапито старой постройки. О. Ёлка.
каток. Думаю, да, в сторону Дубенко пойдем. Еще одна детская площадка. Так, а все-таки там чуть-чуть вниз, я так понимаю, да? Да, чуть вниз. И там пройдем. Да, так и сделаем. Здесь пройдем. Мне всегда здесь, кстати, деревья нравились. Особенно круто это выглядит осенью. В свете домов, в свете фар. Интересно, что там с этими горками? 100 лет не бывал. Что-то даже захотелось. Дружба. Ух, я помню, здесь я, короче, шел по этой улице, мне на метро надо было. Я, ну не то чтобы через парк, но вот по той улице. Классно было в свое время. Это было в сентябре, да, в сентябре 2017-го. Шлакоблоки. Там, кстати, около Гагарина гномики есть, ну, статуи гномиков. Очень прикольно выглядит, но я все-таки решил к легенде подойти. Кстати, ни раз не катался на американских именно горках. Много раз катался, ну, в цирке Шапито на таких лебедях, так называемых. А вот на американских горках не довелось. Ну, постоянно на... Сегодня объект, к сожалению, закрыт, законсервирован, да, по сути, можно сказать, что ржавеет. Какой дуб, а?
Вот они. Легенда парка дружбы. Американские горки. Астро комета. Уже не астро. Уже все проржавело. А выглядит так и по сей день, конечно, круто. Да, но, увы, не срослось ей. Кстати, почему-то их еще до сих пор на металлолом не пустили. Веселая была карусель. Это. Очень внушительный объект. Даже свет виднеется в будке. Жаль, что не работает объект. На такой трубе я бы прокатался бы. Не я один. Да. Выглядит очень внушительно. Даже просто, чтобы осмотреть, дух захватывает. Каково было бы, если бы можно было прокататься? Чё, идем обратно к гномикам, к нашим. Хотя я думаю, в принципе, о, птица, можно и закончить ролик. Вон какие собаки-то. Да. Ой, не сложилось с горками. Думаю, хватит, наверное. Всем. Ну, еще есть минутка, ладно, еще минутку поснимаем. Может, с этой вот точки. Да. Впереди Дебенко. Дебенко стрит. Привет, так, солнечные лучики. Опа! Типа как горизонт. Ну что, все. Спасибо за внимание. Пока.